«Герои 3» вышли аж в 1999 году. И я на тот момент даже не знал о существовании видеоигр, не говоря уже про пошаговые стратегии. Спустя 25 лет, 20 мая 2024 года, студия Lava Potion выпускает духовного наследника этих самых героев — Songs of Conquest. Всем пламенный привет, вы на State of Games, и сегодня мы поговорим о новых потенциальных героях в мире пошаговых стратегий. Я к своему стыду немного играл именно в третьих героев, но провел достаточно времени за жанром пошаговых стратегий в целом. Это была и Disciples 2, и King's Bounty, да даже те же самые герои 5 или 6. Поэтому я не буду в лоб сравнивать тройку и Song of Conquest, но постараюсь максимально объяснить, что же такое детище Lava Potion. Вообще игра вышла в ранний доступ еще 2 года назад, 10 мая 22-го. Тогда была доступна чуть ли не одна кампания, много мелких багов и отсутствие многих опций, доступных сейчас. И о них мы, конечно же, поговорим, но факт в том, что на протяжении всех 2 лет разработчики не только выпускали крупные патчи, добавляющие контент, но и правили баланс, внедряли новые возможности, расписывали дорожные карты, которых придерживались, и звали людей к себе в Discord, чтобы выслушать стороннее мнение. С того момента в игре появилось 4 полноценных кампании, редактор карт, ну и карты для мультиплеера, а также одиночные миссии, призванные испытать ваши навыки. Ну и что уж греха таить, игра вышла в релиз 1.0 и стала полноценной игрой, без всяких ранних доступов и каких-то еще издержек. Причем разработчики очень большой упор делают на комьюнити. Все карты, пользовательские кампании и моды доступны прямо из клиента, и все это вроде как можно создать в местном редакторе карт. Причем на сегодняшний день уже можно найти и новые кампании, и новые сценарии. Я с этим редактором тоже изрядно поигрался, потому что люблю все именно эти стратежные редакторы карт, где можно придумать все, что твоя душе угодно. В общем, игра в игре, и мне это нравилось с самого детства. Я помню, как карты для Disciples 2 создавал, ну и игрался в прочих редакторах. Сама же по себе Song of Conquest — это пошаговая стратегия, где мы на глобальной карте отстраиваем поселение, берем под управление героя-полководца и исследуем глобальную карту, перемещаясь по ней на определенное количество шагов. У каждого героя есть свой запас движения, и эти шаги расходуются не только на передвижение, но и на исследование различных точек интереса на карте, а также для сражений с врагами. Обычно ход завершается ожиданием хода соперника и так по кругу до победного. В кампаниях не всегда цели достигаются военным путем, но сражаться в Songs of Conquest предстоит частенько. Пошаговые бои в игре очень похожи на аналогичные бои в серии героев или же King's Bounty образца 2008 года. Последнюю напоминают больше всего. При активации сражения мы попадаем, разумеется, на поле битвы, которое разбито на мелкие гексагональные клетки, по которым нужно перемещать своих подчиненных и попытаться уничтожить врага, потеряв при этом наименьшее количество своих воинов. Что касается глобальной карты, то на ней будет идти основная подготовка к грядущим сражениям. Тут множество точек интереса, которые помогут получить не только временные бонусы, но и ресурсы для найма войск. Например, захват шахт приносит определенное количество ресурса, которое вы получаете по прошествии хода. А раскиданные по карте путевые знаки помогут продлить количество наших шагов в рамках нескольких ходов. Эдакие временные бонусы. Причем активация некоторых точек сопровождается любопытными комментариями. Например, при обследовании пруда размышлений нам напишут: «Вы размышляете о том, что было, и о том, что будет». Вроде бы логично. А при активации символа порядка скажут, что «Вы коснулись древнего символа, и вся мощь сущности захлестнула ваше тело и разум. Мощь, которая сокрушит врагов». И схожих точек на картах раскидано невероятное количество. Сундуки, волшебные водопады, дающие артефакты, сторожевые башни для разведки местности и так далее. Перечислять все не имеет особого смысла, их огромное количество, и все дают разные бонусы и бусты. А также сопровождаются интересными заметками, что играет на общую атмосферу игры. Практически всегда отправной точкой нашего приключения будет замок или поселение. Там мы сможем нанимать верных воинов, улучшать их и строить новые здания для усиления армии и экономики. Причем новые здания строятся не в рамках абстрактной территории, как это, например, было в Disciples или в тех же самых героях, а рядом с замком на имеющихся свободных местах. Бывают мелкие, средние и большие постройки, которые строятся на соответствующих участках.
На месте более просторных можно построить маленькие здания, а вот наоборот, к сожалению, не получится. После постройки здания можно улучшать, чтобы нанимать в них более продвинутые войска, или же улучшать добычу ресурсов. Само же центральное поселение, эдакий замок, тоже можно улучшать вплоть до третьего уровня. И чем он больше, тем больше дополнительных мест для постройки других зданий будет рядом. Также новый уровень дает больший доход золота. Из ресурсов здесь золото, камень, дерево, просветленная пряжа, древний янтарь и небесная руда. Все они тратятся на улучшение, постройку и найм войск. Первые три ресурса вполне можно добывать, не выходя за границы своего замка. Просто потому, что есть здания, позволяющие это делать. А вот добывать пряжу, янтарь и руду нужно отдельно. Либо находя в мире в виде лежащих на земле ресурсов, либо захватывая шахты, которые частенько охраняются вражескими отрядами. Самый главный вопрос, который, пожалуй, можно задать игре, смогли ли авторы сделать уникальным геймплей за каждую из присутствующих в игре рас? И да, и нет. На данный момент рас в игре 4. В 2025 планируют добавить еще 2, но об этом чуть позже. Каждая из текущих рас сейчас имеет свою кампанию, состоящую из 4 миссий, читай песен, поэтому игра так и названа Songs of Conquest. В начале миссии и по их завершению все происходящие события пересказываются нам в музыкальном формате бардом, который исполняет песню и в стихоплетском таком стиле воспевает происходящие события. Хотелось бы сказать пару слов по поводу кампании и их наполнения. Первая кампания будет за людей и их союзников фейри. Это волшебные существа, похожие на лесных духов и фей. Это первая кампания в игре, и она по большому счету ознакомительная. Хотя в ней будет непростая четвертая миссия, но это уже тонкости. Управлять мы там будем людьми, в ряде которых лучники, менестрели, мечники и, конечно же, рыцари на лошадях. Стандартный набор в целом. Разве что фейри могут разнообразить процесс, а это лесные духи на пару с мощными лесными козлоногими существами. Практически как сатиры. Вторая кампания будет за болотный народ Рана. В ее составе лягушки, ящеры и немного дракона. Если сравнивать юнитов этой расы с людьми, то у них в плане характеристик гораздо большая инициатива. А это значит, они ходят впервые. Но это, наверное, микромоменты, более важные для сетевой игры. Их кампания мне понравилась больше, чем первая, во многом благодаря каким-то новым юнитам. В третьей кампании вам предстоит играть за баронство Лот. И эта кампания по сути за некромантов-культистов, где мы будем играть за нежить, воскрешенных воинов, скелетов и крыс. У этой расы чуть выше уровень здоровья воинов, если сравнивать опять-таки с людьми. И последняя кампания проходит за расу Бария. По сути это наемники из степных регионов, и к сожалению это тоже люди. В игре как будто бы нет совсем уникальных рас, кроме Рана, ну и нежити. Хотя я бы не назвал их расу уникальной какой-то, потому что она все равно наполовину состоит из людей. Это немного расстраивает, когда вспоминаешь такие шедевры пошаговых стратегий, как Disciples 2 или та же King's Bounty 2008 года. Но вспомните, там были и демоны, и гномы, и уж всякое за них игралось немного по-другому и более интереснее, чем за другие расы. Другая тактика, способности, совершенно другая игра. Нет, конечно же, разные подходы есть и в Song of Conquest, но их не так уж много. Например, проклятые, они же прокачанные токсикологи из третьей расы, не получают штрафа к дальнему урону после передвижения. Или, например, черепахи воинов Рана получают 50% устойчивости к дальним атакам. Но если поискать, то и у людей-мечников тоже такая способность имеется. То есть в игре как будто бы недостает весомых отличий одной расы от другой. Есть способности воинов, которые могут выделить одну расу над другой, но вот именно в основе как будто бы недостает отличий. Хотя я уже назвал, что у нежити больше здоровья, у Рана больше инициатива, у людей ну, какие-то усредненные характеристики, ну и на этом все. С другой стороны, отличия есть в другой механике, механике магии. В игре в зависимости от комплектации вашего отряда, постройки определенных зданий, надетых артефактов, герой в бою будет получать в начале каждого хода сущность. Она нужна для применения заклинаний, доступных в книге магистра, ну вашего полководца. Чем больше, например, у вас отрядов, генерирующих сущность порядка, тем больше заклинаний порядка вам будет доступно. Каждый воин в игре приносит какую-то свою сущность и порой не одну. Всего в игре этих сущностей 5, порядок, хаос, разрушение, созидание и аркана.
Каждое заклинание требует определенное количество этой самой сущности, поэтому использовать мощные заклинания в начале боя, скорее всего, на начальных этапах не получится. Только если у вас отряд за один ход не поднесет вам нужное количество сущности. Для этого, кстати, в игре можно делить отряды, это даже в туториале сказано, но тогда отряды станут слабее и их быстрее могут уничтожить. Есть заклинания, требующие сразу две сущности, они тоже имеют разные эффекты, могут иметь продолжительность в несколько ходов или раундов, а могут применяться мгновенно, например, нанеся вражескому отряду определенное количество урона. В зависимости от доступной магии можно и нужно строить свою игру, но если честно, я на магию рассчитывал в последнюю очередь. То ли из-за начальной кампании, где не было доступны сущности разрушения, заклинания которой я так люблю, то ли из-за ее малой эффективности. Но посудите сами, если заклинания порядка на бусты к защите еще более-менее оправдывают себя, вот, например, вот это вот заклинание третьего уровня, то убить одного вражеского солдата в отряде ближе к концу кампании, это как-то вообще смешно. Учитывая, что там и отряды состоят из 20 и более единиц, и то, что сами вражины вообще не чувствуют этот комариный укус. Но вот на что я мог рассчитывать всегда, так это на свою армию. Она здесь набирается в замках и поселениях и может расти как в количестве, так и в качестве. Помимо лидерства героя, которое позволяет ему набирать больше отрядов к себе в группу, у самих отрядов есть лимит и количество соответственно. Например, на начальных этапах мы можем взять в один отряд 20 лучников. Но, прокачав, например, у людей в Академии соответствующее исследование, мы увеличим количество потенциальных лучников в отряде до 40. Причем я заметил закономерность, практически всегда начальное количество юнитов увеличивается исследованиями в 2 раза, но, конечно же, есть исключения. Также есть общие улучшения для ваших воинов, но для этого тоже потребуется отдельное здание. Улучшения могут касаться урона, инициативы, атаки ближнего боя, защиты, ну и так далее. Главное по итогу, как вы всем этим распорядитесь на поле боя. Логика в сражениях простая. Чем больше атака вашего урона превалирует над защитой вражеского, тем больше урон ваш воин нанесет врагу. Причем тут есть даже формула. Если ваш урон 10, а броня врага 5, то минусуем от 10 5 и получаем увеличение урона на 5%. Соответственно, чем больше разница между уроном вашего юнита и защитой врага, тем большее процентное увеличение мы получаем к урону. К сожалению, это работает и в обратную сторону. Дополнительным бонусом на поле боя могут стать возвышенности для ваших стрелков. Они дают буст урона где-то на 20%, но и наоборот то же самое. Если вы будете стрелять вверх, то урон будет минусоваться. На все это накладываются различные препятствия на боевой карте, которые наносят урон или дают бонусы, а также оборудование вашего героя, которое тоже дает положительные эффекты вашим воинам, будь то увеличение атаки, защиты или устойчивости к вражеским атакам. Ну и не стоит забывать, что некоторые враги могут иметь некий бонус к защите от определенных атак. Если говорить про экипировку вашего героя, то она дает соответствующие снаряжению бонусы. Я говорю вот про что. Меч по-любому всегда увеличивает атаку, а ботинки могут дать 1 к перемещению. Угадайте, что дает нательная броня, конечно же, увеличивает защиту. Видел даже, что шлем уменьшал радиус обзора, но это прям по историческим каким-то документам делали игру. Ну а если без рофлов, с одной стороны экипировка сделана без каких-либо откровений, мечи усиливают атаку, нагрудники защиту. С другой стороны, такая маленькая деталь, которая подчеркивает любовь авторов к своему детищу. И еще вспомнил момент с экипировкой, она может быть разного уровня редкости, что выражается в ее цвете на экране героя и количестве доступных усилений или их качестве. Причем у каждого элемента в игре есть расширенное описание. Оно запрятано в кодекс, который можно найти в меню. Там расписан каждый элемент игры, от доступных в игре магистров до заклинаний зданий, которые есть у каждой расы. Пожалуй, одним из самых завораживающих элементов игры является ее визуал. Графика тут сделана под пиксель-арт, но какой же он, во-первых, современный и детализированный, а во-вторых, чарующий. На карте каждый элемент сделан с душой и выглядит волшебно. От разнообразных поселений и логов тварей до рудников и шахт с небесной рудой. Сама картинка будто бы статична, и на ней ничего не может происходить, кроме перемещений вашего героя. Но сколько же движений и жизни в этом мире даже без вашего участия? Какие-то деревца на карте колышутся от дуновений ветра. Сами потоки этого воздушного чуда пронизывают всю карту. Шатры развиваются парусины, а магические водопады струятся бесконечной энергией. Все кажется здесь живым и таинственным. От дыма, поднимающегося над домами поселений, до бабочек, летающих рядом с подлеском.
Какой объект ни возьми, с ним однозначно что-то да будет происходить. Записывая это видео, я вообще обнаружил крысу, бегающую вокруг старого разрушенного склепа. Детализация крыши сносная. Если приглядеться, можно разглядеть столько деталей, что будет уму непостижимо, сколько анимации и труда вложили разработчики в свое детище. И графика здесь отчасти напоминает King's Bounty 2008 года, только пиксельную. Ко всему этому добавляется музыка, загадочная в одних местах и величественная в других. Иногда она напоминает Ведьмака, иногда отдает героями, но в целом похожа на все и сразу в жанре фэнтези. И все это безусловно подчеркивает таинственную атмосферу игры. Конечно, у меня не могло в процессе прохождения не возникнуть некого дискомфорта по поводу некоторых пунктов. Например, я не нашел мест, где бы мог продать все свои старые артефакты, потому что по мере прохождения у меня накопился просто вал вещей, которые никуда нельзя было деть, только отдавать новым героям, хотя это спорный момент. Также в ходе сражения нет возможности одному конкретному отряду пропустить ход и сходить в конце раунда. Возможно, в этом кроется логический замысел разработчиков, но я этого не понял, тем более в King's Bounty и Disciples такая возможность была. А я все же считаю эти игры неким эталоном пошаговых стратегий для себя лично. Кроме того, хотелось бы более глубокую эволюцию отрядов, а не одно улучшение на каждого воина. Но это я, наверное, все грущу о ветках развития в Disciples 2. Да, эти моменты вряд ли перебьют все достоинства игры. Уже сейчас в нее поиграло более 500 тысяч игроков, и разработчики наметили кучу бесплатных дополнений и развития игры как минимум на пару лет. В 2025 году нас ждут две новые расы, а каждый квартал Lava Potion вообще планирует выпускать по сюжетному DLC и дальше рассказывая историю мира, переплетая новых и старых героев и дополняя картину происходящего. Плюс у игры есть отличный редактор карт, с помощью которого мододелы могут создать свои шедевры, не дожидаясь разработчиков. Тут отдельный респект ребятам из Lava Potion, они точно знают, как сделать так, чтобы твоя игра жила дольше. Просто отдай в руки сообщества инструмент для создания нового контента и дело в шляпе. Надеюсь, эта игра станет новым хитом пошаговой стратегии и если не заменит героев, то станет хорошей альтернативой. Я ее горячо рекомендую минимум как сюжетную игру. В такой мультиплеер я не играю, но это скорее тема отдельного ролика. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если новенькие, ну и пишите в комментариях, что я упустил по игре. Увидимся в других роликах. Всем хороших игр, друзья. Всем пока.